Всем привет! Вы, наверное, прекрасно знаете, что сегодня очень много модных мобильных телефонов поддерживают функцию водозащиты. Вот мы и проверим, смогут ли так же эффективно, как модные телефоны, противостоять воде шуруповерты торговой марки Днепре. У нас две модели шуруповерта, которые в предыдущем краш-тесте, посмотреть его можете здесь по ссылке, мы переезжали автомобилем, потом мыли под краном, но теперь мы попробуем во второй части краш-теста погрузить шуруповерт ADL-12.0 и ADL-2.18.0 от бренда Днепре в воду на 30 секунд полностью, кроме аккумулятора. Затем проверим, будут ли после этого работать данный инструмент. Так, ну что, момент истины. ADL-2.18.0. Работает. Проделаем то же самое с моделькой 12.0. И этот тест, на удивление, прошли оба шуруповерта. Фонарик светится, на контакты полностью попала вода, и шуруповерт после этого только отключился. Как-то так. Что ж, подведем итоги. Обе модели шуруповертов выдержали погружение на минуту в воду без аккумулятора. После этого продолжили работать. Ну а модель ADL-2.18.0 и вовсе в рабочем положении смогла продолжать работать под водой. После этого она ни на секунду не отключалась. Ну что ж, подписывайтесь на наш канал, чтобы видеть еще больше краш-тестов и нестандартных тестирований инструмента. И не повторяйте этого дома. Пока!